До выпускных экзаменов еще несколько месяцев, а в Мурманском технологическом колледже сервиса уже подводят итоги года. Там состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Arctic Style». Свои работы на суд жюри представили 48 участников из Мурманской области. Все будущие парикмахеры, стремящиеся удивить смелыми прическами и отвязным видом своих моделей. Лучшие из них затем будут представлять наш регион на международном фестивале «Невские берега» в Санкт-Петербурге. Зачем ходить скучно и серо в нашем мрачном зимнем городе? И так снег идет в апреле. Поэтому можно ходить с фиолетовым цветом на голове, это не страшно.